Отель Фансан Клуб Престиж, ужин, заключительный ужин, хлебушек, тарелочки, супчик, какой супчик? Поймайся. Томатный супчик. Здесь у нас суп из тархана. Мне он в прошлый раз понравился, вкусный был. Ну как мне нравится, суп из тархана. Сухарики. Здесь у нас вкусные очень лепешки пиде. Очень вкусные лепешки. Готовит прекрасный повар. Да, очень добродушный. Очень вкусные. Макароны. Тут у нас соус. А тут куриные индюшка. А, лягушка. Вкусная курочка. Макароны, рис, пюре, овощи, брюссельская капусточка, морковка. Тут веганский какой-то стол, картошка. Что там еще? Тут опять рис, тут овощи с какими-то фрикадельками. Кабачки фаршированные. Грибы с капустой, с луком. Нет, не с капустой, с перцем. Грибы. Рыбка. Рыбка. Дальше обойдем. В холодильнике лежат закуски, и они все оперативно пополняются. Наггетсы, капустка аппетитная, цветная, пюре с какими-то овощами. Макарошки опять. Тут опять рис. Дальше. Салаты пошли. Капуста. Помидоры. Лук маринованный, как от из шашлыка, очень вкусный. Огурчики, капуста, лук с помидорами, очень вкусный тоже, салат, лимон, это что, мята? Огурчики соленые, перчик острый, огурчики, оливочки, овощи, капусточка, кто соскучился, оливочки. Соусы для салатов. Какой угодно, какой хотите. Лимон, кетчуп, гранатовый. Телефон ценно любит. Рыба в кляре. Мешанину. Фасоль. Непонятно что. Картошка с кетчупом.
сосиски. Маслины с кукурузой. Перчик жареный. Мешанина. Капуста. Не знаю, что это. Если знаете, то пишите в комментариях. Опять картошка. Опять картошка. Салат. Фасоль. Сыр, брынза. Баклажаны. Мешанина. Скумбрия. И там опять мешанина. Что у нас еще есть? Фрукты. Груши. Яблоки. Арбузы. Яблоки. Яблоки. Сливы, кстати, очень вкусные были. Дыня появилась первый раз в жизни. Груша. Дыню я сейчас возьму. Сейчас.